небольшая распаковочка нескольких посылок из Китая. Начнем с маленьких. В этой посылочке оказались угловые накладки на стол. Их используют, чтобы маленькие дети случайно не наткнулись на угол стола. Очень удобная вещь. Выглядит вот так. Посылочки 4 штуки. Они мягенькие. С этой посылочкой все. Здесь должен быть чехол на мобильный телефон. Чехол на Lumia 530. Да, как видим, Lumia 530. В комплекте пленочка. Тряпочка для протирки. И больше ничего. Откроем сам чехол, посмотрим. Так выглядит чехол на телефоне. Подошел идеально. Все кнопки нажимаются. Дырочки все на своих соответствующих местах. Покупкой доволен. Это в сторону. Следующая посылочка. Здесь должен быть чехол на электронную книгу. Заказывали красного цвета. Пришел именно такого цвета, как заказывали. Попробуем поместить сюда электронную книгу. Да, идеально подходит. Магнитная застежка. Все отверстия на своих местах. Покупкой доволен. Здесь вот вмятина на соответствующем месте, как в самой электронной книге. Всем спасибо. Всем удачных покупок.